Мышки мыло стащили, но не доели почему-то. Вот и грибочки пошли, не червивые. Всем привет, дамы и господа. Вот мы и в лесочке. Время 5 часов вечера. Приехал сюда с работы. Ночевать здесь буду. Пойдемте, налью чаю, сядем на лавочку. Расскажу тут по землянке, что творится. Одна из сегодняшних задач — постараться успеть укрыть листочками здесь. Появились такие вот проталинки, земля просела, листья тоже поздувало, где-то просели тоже. Надо будет укрыть, замаскировать. Маскировка пошла, так сказать, коту под хвост. Так что постараемся сегодня успеть, этим займемся. Также еще есть работенка. Сейчас расскажу, какая. Грибов огромное количество повылазило. Все свеженькие, маленькие. Нечервивые. Налил чашечку чая. Сейчас разведу костер. Будем готовить ужин. После дождя, дожди тут каждый день идут. Сейчас тяжеловато будет растопить. Все сырое. Сейчас растопить бы еще. По землянке хотел сказать, что там почему-то очень сильная сырость, влага. Землянка не дышит почему-то, хоть оставляю дверь открытой. Труба как бы служит тоже вентиляции. Но все равно присутствует плесень на деревянных изделиях. На потолке сырость. Так что не знаю, наверное, надо будет сегодня печку еще поставить. Протопить, просушить земляночку. Переночуем в землянке, а завтра отправляемся на строительство избушки. Также ко мне пришла еще интересная штучка. Надо будет сегодня столб установить. Ну, не буду все рассказывать, посмотрите. Все, короче, как говорится, по порядку, чтобы было. Пойдем собирать грибы, наверное. Пока еще светло. Блин, когда не ходил, не собирал, было много грибов. Как начал собирать, что-то мало стало.
Так, угольки у нас подошли. Можно мясо закидывать. Кофейку бахнем на ночь молотого. Этот жареный апельсин, или как он? Понравился все-таки. Это грохочет. Походу гроза идет. Сейчас, наверное, ливанет. Хоть бы успеть дожарить им. Продегустирую. Это, мне кажется, низковато сделал. Да и близко столбы поставил. Ладно, потом переставлю столбик чуть подальше. А так прикольно будет отдыхать на свежем воздухе, так загорать. Жарится мясцо. Кофеечек надо еще взять. И так отдыхать. На улице тепло. Птички поют. А я тут качаюсь. Ноги кверху, так. Лепота. Только вон я вижу, какая черная туча идет. Сейчас будет лепота мне. Все, ветрище поднялся. Туча подходит. Сейчас ливанет. Печку, наверное, сегодня не буду топить. На улице и так духота, если я там сейчас печку еще и ступлю, я вообще там спарюсь. Дышать нечем будет. Так, переночую. А потом, может, как-нибудь приду. Перед уходом ее надо, наверное, затапливать. Чтобы просушилось. А потом, когда ночуешь, там уже, чтобы все выветрилось. Это мне на завтрак. Всем приятного аппетита, друзья. Действительности трудовые мигранты из стран Средней Азии, как те же наркотики заставляют продавать. Ну, в любом случае, вся вот эта мигрантская преступность, это исключительно следствие того, что они попадают в иммун социокультурную среду. Они что, не понимают, что они завозят сюда, что они только усложняют криминогенную ситуацию? Может, вы задаете риторический вопрос, они все прекрасно понимают. Вот и дождик начался. Ладно, всем спокойной ночи.
дождей. Было капец сколько на этой неделе. Все, Серёхонька, всем доброе утро. Вот и мы на избушке. Будем продолжать сегодня строительство. Сейчас разведу костер. Чайничек поставлю. Кофейку заварить. Надо, наверное, пару чурок под мешком каким-то оставлять. Чтобы сухие были дрова. Не мучиться, не расставлять потом сырыми. Также, наверное, на обед сразу поставлю вариться ушицу. Сегодня будем делать пол. Делать буду из толстых бревешек. Решил сделать потолще пол все-таки. Еще пропеним потом. Чтобы зимой все было нормально, тепло. Посмотрим, может даже утеплителем еще застелим. Не замерзнуть здесь зимой-то. Из этих тонюсеньких смысла нету делать. Только возле печки, наверное, тепло зимой будет. Такая вот рыбка у нас есть. Закидываем ее тоже. Картошечки маленько добавим. Костер только что-то не хочет хорошо гореть. Люка. Вот из этих бревешек буду делать, которые хотел я из них крышу делать, но пойдут на пол. На крышу можно даже и потоньше, ничего страшного, по ней ходить не буду, а на полу нужны толстые. Который щель будет, все это запеним потом, ничего страшного нет. Здесь выступает на сантиметров 80-70, это нам на руку. Сделаем здесь, будет лоджия. Поставим там, сделаем какое-нибудь интересное креслице. Будем выходить из избушки на лоджию и отдыхать. Наслаждаться видом, как так сказать.
в избушке, вот, мне кажется, намного будет лучше. Не будет такой сырости, как в землянке. Будет проветриваться со всех сторон, даже снизу. И вот в окошке смотришь веселее как-то. Природа вокруг. Не то, что в землянке там сидишь в этой, в норе. Не знаю, в землянке тоже интересно. Свои плюсы и минусы тоже есть. Зимой, например, 3 поля накинул и жара. Ну и так. Тоже есть еще интересные моменты. Мысля еще есть. Избушку сделать на реке, где-нибудь на таком хорошем, такой, чтобы вид открывался с горы. На горе избушка, внизу река, на склоне. Прикольно тоже будет. Лепота. Дождик на обед обещали, хоть бы не было. Веревку не взял, а гвозди неохота вбивать в деревья. Гамак бы сейчас повешать, отдохнуть можно, полежать. Кстати, люстру-то я доделал из той коряги, которую, ну, видели в прошлых роликах. Так что можете посмотреть, что получилось. Блин, лучку зеленого бы еще. Запах-то. Что-то грохочет, блин. Хотел же тент сюда привезти, сейчас бы застелил, можно было что там под низом посидеть, если дождик пойдет. Там есть,
Как думаете, мыши заведутся, нет? На такой высоте 1,20 м, 1,10 м. Не знаю, это надо им по столбику как-то залезть. Могут, нет? Проверим. Тут еще парочку сейчас пойду, напилю, поищу. И пол готов уже будет практически. Нужно будет выровнять площадку. Ну, потом уже утеплять будем, пропенивать это все. Может, и устелим еще чем-нибудь сверху. Ладно, надо пообедать, обеденный перерыв. Да я не знаю, успею еще, нет, что-то сделать. Грохочет, уже капать начал. Может, сейчас придется сваливать. Укрыться негде. Да и фиг знает, насколько он зарядит. Ладно, обеденный перерыв. Эти дождики уже достали каждый день, уже вторую неделю. Кофе подогреть надо. Ушиться, что надо. Бульончик. Все шикарно. Зеленого лучку я вообще бы. Просто огонь был бы. На костерке. Пища богов. Да. Со всех сторон грохочет. Наверное, надо будет собираться сейчас. Ну, в принципе, в планах и было только пол сделать сегодня. Отдохнуть хотелось просто. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот и все. С полом закончили. Опа. Вполне неплохо получилось. Тут торчат. Это ерунда. Тут отпилить, вот думаю, или оставить. Чтобы так более сказочно смотрелось. Ну, оно в сказках как топорная работа, это такое неаккуратное все. Криво-косо. Ну, избушки на курьих ножках. Не знаю, может и так оставлю. Что-нибудь торчат, пусть не мешает. Так, следующее действие. Венцы можно уже выкладывать. Первый венец. Может сегодня начать. Пока дождика уронят.
Избушку буду рубить не в чашу. Пазы никакие не буду прорубать. Между бревешками потом запеню или джутовую ленту принесу, куплю, утыкаю. Это мох, наверное, я вообще здесь не найду. Поэтому так. Чашу тоже смысла нету рубить. Это такая простая избушка-то. Маломальская, не капитальная изба, которая жить потом круглогодично. Так что буду делать просто стык в стык. Два бревна, две стороны. Ну, потом все увидите. Это объяснять-то. Попробуем. Что не сделаем? Я говорю, избушку первый раз сделаю. Все получится. Ну, у такой избушки плюсы есть свои. То, что она на возвышенности. А диких зверушек точно никто не залезет. Ну, медведь так, если. Которых у нас нет. Постоянно мне пишут про землянку, что я им берлогу медведю сделал. Плюс еще, что можно здесь дровяник сделать. Будет под крышей дрова. И плюсом вентиляция, проветриваться все будет везде. Ну и так прикольно. Вон на возвышенности лучше, чем на земле, мне кажется. Вот буду рубить вот так вот в такой паз. Все, маленько переборщил, фигня. С той стороны, я не знаю, там какой гвоздь, 250. 200 или 300, наверное, там. Или 250, не помню. Вот это 150. Значит, там 250 какой-то. А этим вот так вот еще будет все проходить. И будет нормально вообще. Рубим. Ну вот, первый венец положил. Там эти щели. Тут упустится плинтус. Сделаем еще бревешки. Кинем туда, в эти щели. Так что ничего страшного. Где-то маленько с площадкой не угадал. Там шире получилось. Все закрывает. А здесь немного осталось. Но это ерунда. Тоненькую бревешку кину, и все, перекроется. Сейчас померим,
какой выходит размер. А то писали там, что слишком маленькая избушка. Буду там сидя спать, типа. Сейчас померю вам, покажу. Вот так вот. 180 получается. А так 190. 190 на 180. Разве маленько? Нормально, само то. Лежак сделаем с этой стороны. У меня рост 180. Как раз нормально будет. Там столик, здесь печка. И все. Кто там писал, что на печке буду сидеть, сидя спать? Все нормально, задумано. Нижний венец к платформе прибью. Вот такие. Никуда не денется. Вот только на лоджию что-то мало осталось. Сантиметров 50, наверное, всего лишь. Ну ладно. Маленькую табуреточку все равно можно будет поставить. Выходить, сидеть. Сделаем еще перила из коряк. Все будет как сказочный домик. Шикарно. Вот и нет никакой щели. Хотел немного повисеть, но не получилось. Сучок не выдержал. Гвоздики не вбиваю в дерево. Думал, так на сучке маленько посижу, отдохну. Но нет, не получилось. Надо веревки привезти или проволоки, и нормально будет. Ладно, наверное, заканчивать буду на сегодня. Так вот, погуляли несколько дней в лесу, побыли. Поеду выбираться до города, сейчас буду. Так что так вот. Скоро продолжение будет строительства. Так что не скучайте. Всем пока-пока.